Всем привет! Сегодня воскресенье, 22 декабря, и немножко я расскажу о тех обновлениях, которых я не успел сказать в четверг, которые были, но я их частично не заметил, но не сказал, не успел, так как снимал на работе, и было немножко неудобно. Одно из первых обновлений — это то, что добавили Грааль, мелкий Грааль, да, вот он в событиях есть, но не добавили кнопку. То есть, если вы возьмете инфо, есть райская битва, адская битва и битва Мириана. Это для всех остальных. Есть даже награды по местам, да, и вот дальше вот даже есть правило, и здесь написано то, что обладатели титула памятника могут войти в райскую и адскую битву, остальные все могут войти в битву мирян. То есть есть битва мирян, которая для всех остальных. Но я думаю, что она будет посерверна для тех, кто не попадает в памятник и в райскую битву внутри сервера. Но это мое мнение, не знаю, как будет действительно всех делить по серверам дальше, но я не думаю, что это будет межсерверно, иначе это будет очень большой балаган. Вот. Но это не столь важно, так как кнопки нет, и в принципе невозможно, то есть, зайти, да, если вот взять Грааль. Вот, есть только две кнопки, а должно быть три. Я показывал в предыдущем там еще одном видео, то, что будет третья кнопка и будет вход для всех. Но это не столь важное упущение, как за драконьи кристаллы. Вот здесь вот мы видим новый вот символ богини Рождества. То есть новая будет богиня. Соответственно, я заморочился и нашел эту богиню. Есть она сейчас на японском сервере. Буквально только сейчас появилась она, поэтому сейчас и снимаю. Раньше не было никакой информации. И дает она вот такие вот статы. Да, вот. Она дает ХП, уворот и прочность. В принципе, если бы не уворот, а парирование и прочность, то было бы вообще все зашибись. Но из-за того, что уворот, в принципе, я считаю ненужным статом, то, ну, спорный вопрос, стоит ли покупать ее из-за ХП и прочности. Но, опять-таки, последняя богиня новая, которую нам ввели, была с скиллом, навыком, да, то есть нюкта. Вот, она была с навыком, и, возможно, стоит подождать, посмотреть, кто соберет вот эту богиню Рождества. Возможно, у нее тоже будет какой-то навык. В принципе, я думаю, что должен быть у нее навык. И, возможно, он будет какой-то дефный или иммунный. И это очень даже неплохо. В принципе, я думаю, будет. Стоит подождать и посмотреть, что там будет за навык. И тогда уже смотреть, стоит ее покупать или не стоит. То есть, пока я не вижу смысла ее покупать, если у нее нет навыка. Просто из-за прочности, ну, не сильно это и много, скажем так. Вот. А также хочу напомнить, что сегодня у нас Бравл Босс, да, побои босса, который будет в 8 вечера. Не забывайте, зайдите обязательно. Я думаю, там будет очень интересно. Пока неизвестно, будут ли они в 8 и в 9 часов, поэтому пока советую всем зайти хотя бы в 8. В дальнейшем, на следующее воскресенье, уже если будет дважды, будем делить как-то там. Будете смотреть, кто лучше зайдет в 8, кто зайдет в 9. И также информация будет она по серверу или межсерверная между всеми. Единственное, что она делится по уровням. Этот босс делится по уровням, да, и то есть вы не будете с 240-м, и вы будете с себе равными уровнями биться на этом боссе. Так, в принципе, все. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.